Поехали! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Leonardo! Happy birthday to you! Yeah, Tuna! Yeah! Это первый автомобиль Леонардо. Чуть не врезался, молодец. Да ему надо научиться, а то на руле тяжело. Как Лео на него заработал? Мы ему психологически как-то так внушили, что он стал мечтать о Хаммере где-то 2 года назад. И когда он начал понимать, что такое деньги, мы ему купили копилочки. Мы даже не купили, на ярмарке где-то выиграли копилочки. В итоге он начал все собирать копейки и говорит, всегда, когда бросает копейку в копилку, говорит, я куплю машину желтую, как у папы. В итоге за 2 года насобирал кучу денег, мы не считали. Ну, то есть там, он мне осознанно отдал всю свою копилочку, хотя сегодня так жалко. На самом деле он не думал, что он потеряет эти все деньги, но он мне сдал их. И мы ему сегодня открыли новую копировку, так что его первая машина за свои деньги. Молодец, Леонард. Happy birthday, Leo. Как прекрасно, что мы живем в этом парке. В смысле, смотрим на этот парк. Маша, приветствую. Что ты можешь сказать? Могу сказать happy birthday to Leo. Привет, Милана. У тебя такие голубые глаза. Милана, Иванка. Ой, Иванка. А что я тут? Не надо, понял, как ездить уже. Да? Вперед-назад умеет. Поздравляю. Маша, где Сережа? Долго на работе. Зови. Он уже позван. Званных много, а избранных мало. Анечка, великолепный дизайн, это все твоя работа, да? Да, ничего не говорю. Вышиванка дуже гарна. Дизайн, обычно все сделано. Ты шо, смотри, как органик. Look at this, настоящая береза. Привезена с, ну не знаю, там, с Курска, России. Look at this. Просто нет слов, Аня. Ты талант свыше. Аня, вот это было бы тоже красиво повесить. Можно где-то сделать? God is on the move. Так, что у нас есть из пищи? Андреник, ты любишь соду? Это очень опасная пища. Не кушай ее. Пей лучше воду. Так, что у нас? Просто за... Эй, мне уже 4 лет, мне уже это больно. Это можно? Ну, давай, кушай. Кстати, мы украли у Варвары на день рождения все идеи. Ну, насчет пищи. Мы так и сказали, что у Варвары, давайте нам. Так что спасибо Кате за то, что она продумала все. Работает. Стаканчик? Одну минуту. Она спела 1 минуту. А что у тебя здесь? Ничего, просто. Бандеровцы смотрят и тебя клянут, что ты одел Советский Союз. Она лежала, и я не знал, что с ней делать. Я одел. Сори. Да? В общем, он не виноват. А ты что скажешь? Классный шашлык. А ты так говоришь на камеру, а на самом деле что ты думаешь? Ладно, прощаемся. Ну, в общем, просто гуляем. Очень атмосфера такая простая. Нету загруженности, никакой программы. Но надо программу делать, замутить, да? Что бы хотели сделать? Как на ярмарке. Хорошо, сейчас поет голос. Шоу «Голос» будет. Нам нужны волонтеры. Саша, будешь волонтер? Шутка. Привет, Ашли! Лео учит ездить, молодец! Играем пиньяту! Руками! Давай, 1, 2, 3! Молодец, давай! 4 раза можно ему. 2 раза! Все! Следующий! С нами гости крутые Авраам и Оля и Адиелла. Привет! Мы простые. Неделю назад вы отпраздновали годик, да? Да.
Мені попали, простите, ну я... у нас був такий гружений день, ви б знали. Ми прощаємо. Ну, ви це герої нашого відео, ви їх бачили, да, в прошлый раз? Ви бачили своє відео? Да, конечно. Було коротко, треба серйозно, от, Сонь, пораспрашувати вашу історію. Так, на, сама. Не занимается вандализмом. Следующее. Ого! Вот это. И последний раз. Все, молодец. Давай. Сильно. Славненько. Подожди. Добивай до смерти. Сломал биту. Первый удар. Чем сильнее? Если я не разобью. А ну держи. Первый приз. Делаем загваниш. Я так и знала, что у Яна будет записка. Готова? Да. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Leo. Что она не говорит? Happy birthday to Ты можешь стоять, ты можешь хлопать, а можешь и петь, но без него это все суета. А я спокоен, я отдыхаю, и то выдыхаю, и выдыхаю. Я знаю слово, оно от Бога, и счастье нужно совсем недолго. А я спокоен, я Kids photography. Woohoo! Whoa! Adiela! Где шарики? Давай, Яник, шарики запускай. Саша, привет еще раз. Это наши очень крутые иммигранты из Винницы. Как вы адаптировались, кстати? Нормально, хорошо. Вы где живете, в каком апартаменте? Хилкрест. У Лены, да? Лен, передайте ей привет, я ее каждое воскресенье вижу. Но мы еще не видели. Вы ее ни разу не видели? Катя вроде сегодня видела ее. Я не видел уже давно. Круто. Ну супер, а школу уже пошли ваши дети? Ах, сейчас каникул, да? Не, пошла. Старшая пошла, а младшая дома. Ну классно, мы рады за вас. О, как шарики распускают. Сонечка, идите сюда. Садитесь, давайте. Красота! Смотрите на себя! Воу, молодец! Какая толпа людей, какие классные цвета. Окей, гайсы, давайте всех хорошо. Красава. Не-не-не, дальше, туда. В смысле, кучнее друг к другу. Вот здесь надо, чтобы кто-то сел. Подарки открываем. Кто подарил машину, как называется? Ну, наш кулач.
желтая машина с рулем. Здрасте, здрасте. От кого-то подарок, Аня? От Ашли. Ашли, Ребекка, Денис, и Лариса и маленький сыночек. Как зовут уже? Кейлеб. Еще не родился, а уже имя есть. Молодцы. Кьют. Найс, летние шорты. Thank you. Спасибо, спасибо, калмыки. Кстати, калмыки недавно отпраздновали 18 лет в Америке. Где Денис? Ты в курсе, да? 19 мая, а мы 20 мая. Да. Вау, они пошли. Не, вы подождите, чтобы они вылетели, и потом, смотрите, когда они летят, туда много летят, бежите, бежите. Не, не надо, не лопать. Не. Вы лопаете только, когда уже улетели. Девять часов завтра в школу, а мы пытаемся здесь завезли машину куда нельзя и празднуем день рождения. Не, кстати, мы уже заканчиваем наш праздник. Слава богу, что был способ довезти сюда машину. Леонардо, ты где? Где Лео? Давай со всеми попрощаемся. Наш конец день рождения. Скажи всем спасибо, что вы были с нами. Thank you very much. Следите дальше. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Bye-bye.